Поздравляю с победой. Какие эмоции, долгожданная победа? Эмоции только положительные. Победили. Выигрывать всегда приятно. Ярослав, ну первое очко сегодня на уровне КХЛ удалось набрать. Какие эмоции, ощущения от этого, впечатления? Не, это очень приятно. Давно хотел набрать очки, не получалось, а сегодня получилось. Очень рад. Может, больше стоит рисковать, идти в атаку, или тренеры все-таки запрещают? Ну, рисковать всегда надо правильно. Когда есть возможность, надо подключаться, когда нет возможности, не надо. Ну, насколько важная победа сегодня для Салават Юлаева получилась, учитывая, что были неудачи такие? Ну, первая победа после паузы – это очень хорошо. Давно хотели выиграть, и вот сегодня победили. Как удалось настроиться на этот матч после такого тяжелого поражения? Ну, на все матчи мы настраиваемся одинаково, в полную силу, готовы всегда. Сегодня выиграли, значит, хорошо настроились.